Всем привет! Это киноплощадка. Я Френд Марус. И сегодня мы снимаем выпуск про животных в кино. Мы пришли в зоопарк. Пошли с нами! А вы помните фильм про змей? А я помню. Эта змея точь-в-точь как змеяка из фильма «Маугли». Она, по-моему, очень красивая. Мышей по фильмам было огромное множество. Самые знаменитые из них — Микки Маус, а еще были Рататуй и, конечно, Джерри. Всем привет, я Алиса. Я Варя. Мы знаем много фильмов о рыбах. Например, «В поисках Немо», «Золотая рыбка». А вы помните «Добрых крокодилов»? Конечно же, это Гена, друг Чебурашки. А знаете, кто это? Это собака, то есть как фильм «Гарри Поттер». Ее зовут Бука. Только она не белая. А вот если бы она была белой, я бы сейчас изображала Гарри Поттера. Я Леха, а еще змеи были в фильме о Гарри Поттере. Они играли там одну из главных ролей, так как Гарри Поттер и Волан-де-Морт были связаны, а Волан-де-Морт был наследником Салазара Слизерина. А помните кролика Питера? Так вот же он! Полная копия! Обезьянок в фильме появляются так же часто, как и мыши. Помните целое семейство из сериала «Осторожно, обезьянки», мартышек из «38 попугаев», игрушки енота и Абу из «Аладдина». А черепаху из фильма «Золотой ключ. Приключения Буратино» Тортилу? Она была самая мудрая и старая, ее должны знать все. А вот эти жуки, пауки и тараканы обычно всех пугают, но есть веселые мультфильмы, где они совсем не страшны. «Муравей Антс», «Приключения Флика» и даже «Лунтика».